Всем привет, ребятки, с вами Pixel, и мы продолжаем играть в Зубу. И сегодня у нас вышло новое обновление под названием «Китайский Новый Год». Новая версия игры, и в нее это версия 1.14.0. И в нее добавили вот такого вот крутого персонажа. Это все-таки будет крыса, не мышь, и называют ее Луи. Как пишут разработчики, это такой грызун, который всегда считается недостойным добавления в число героев зоопарка. Он был чужаком для остальных зверей, хотя он и сам. И его товарищи считали, что их место здесь. И теперь они хотят завоевать себе место на вершине. Короче, это такой у нас, так сказать, не член зоопарка, да, так сказать, завоевник, ордовец или как-то так. В общем, что у нас за крыска такая получается в итоге? Она использует оружие, это одиночный кол копьем. То есть, ну, обычное копье, ничего там особенного нету. Дальше, метание бомбы. Она использует и... Ну, крыса, да, сама по себе. И быстрая стрельба из лука. То есть это, скорее всего, пулемет лука. Метание бомбы, это, скорее всего, будет как... ну, обычное кидание гранаты и обычный укол копьем. То есть, ну, в принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Интересно, какие там радиусы, все остальное. Но это мы все еще увидим. Дальше, пассивная способность данного персонажа. Это крысята. Стая вот таких вот маленьких крысят следует за вами по пятам. Они лечат вас и атакуют, и защищают режима. То есть, смотрите, они могут вас лечить в атакующем и защитном режиме. То есть, они как бы могут и защищать, и атаковать, и лечить вас в этих двух режимах. Ну, как-то имбово слишком, да? И давайте глянем активный скилл, это управление стаей. Переключение между защитным и атакующим режимом, да, крысят. Ну, что я могу сказать? Этот персонаж должен быть каким-то танком, по сути. Потому что крысы атакуют, защищают, да? Лечат, и он там ходит, еще помогает, наносит урон. Но минус это то, что он не мобильный, то есть в какой-нибудь ситуации, где там много противников будет, они его просто уничтожат, разорвут, взорвут и все остальное. А в нашей игре это вот часто встречается, поэтому посмотрим, как это будет персонаж играться. Мне кажется, будет очень сложно в нем играть в этом плане из-за нехватки мобильности. Ну и, ребятки, пришло время праздновать китайский Новый год. В китайском гороскопе этот год считается годом крысы. Кто бы догадался, да. Мы надеемся, вам понравится новогоднее украшение зоопарка, которое мы приготовили. В общем, да, они поменяли карту, сделали ее под китайский Новый год. То у нас, получается, была карта, сделанная под обычный Новый год, а теперь у нас под китайский. Наверное, поэтому разработчики так быстро и старый Новый год свернули. Потому что, ну, как когда он, вроде 16 числа свернули, а сейчас уже 21, и сегодня выходит вот такое вот обновление. Таким вот крысам, ну это круто. Ладно, погнали тестить, что там за обнова, что там за у нас будет за новые штучки. И будем сегодня, наверное, играть, ну я не знаю, на чем-нибудь таком потестить. Давайте на снегу попрыгаем, посмотрим что-то как. И погнали. В принципе, у нас там, думаю, 1100 возьмем. А может и не возьмем, пофиг. Кстати, вижу Лизи, пока что крысы не видно нигде. Вот крысы нигде не видно, это, конечно, жалко, хотелось бы. Может быть, кто-нибудь его уже купит, хотелось бы посмотреть на него. Кстати, в магазине он уже доступен. Сразу на него добавили скин. Скин выглядит как... Ну, как какой-то китайский такой паренек. Ну, я вам покажу сейчас его. Блин, тут легендарный дробовичок. Блин, для... Только не... Ё-моё, как же хорошо, что я бахнул. Точнее, отбежать. Ну, представляете, сейчас бы меня, ну, бахнул. Это было бы очень плохо. О, промахнулся, отлично. Лизи тут ходит. Чё, Лизи офигела? Ну блин, вот Лизи, зараза, с кофе. Взяла, пришла, забрала мою аптеку. Зато тут я забрал аптеку и забрал армор. Ой, везучая Лизи какая. Ну ладно, отгоним ее, чтобы не мешалось. И пойдем сюда за аптекой. Заберем аптеку. И упрыгаем. Чтобы вы понимали? О боже мой, как же мне это бесит. В этом плане вот сейчас меня это жутко бесит из-за того, что... Блин, да что же? Вот как же они мне достали? Один агрится, второй... Гляньте, сколько на меня агрится. Просто это нереально. Боже мой, какой же он лоу скилл. Агро лоу скилл. А ну куда? Да лол, да ну за что? Ой, какой же акуленок нубский попался. И знаете, вот агрятся все прям агрятся. Их фиг выживешь. Тяжко, тяжко. Кстати, акуленок был 8 уровня, как и я. Удивительно, да?
Ну блин, с этим драться 9 уровня сложно. Я и так на лоу хп ухожу сейчас. Че, где он? А вот он. Сваливай отсюда. Давайте его дожимать будем. Чтобы он не было возможности. Чтобы он, так сказать, свою аптечку потерял. Ну прыгай, да о боже, да за что? Вот скажите, за что? Я же все нормально сделал. Да ну. Просто баги, просто понимаете, вот баги. Этот чели, который не умеет играть на льве, это, конечно, весело. Короче, бежим, просто бежим отсюда, потому что это нереально. Там такие сейчас звери дерутся. И я без ничего, короче, здесь. Даже пойдем не на этот, а на этот. Не знаю, что у них тут случилось, но вроде норм. Мне вроде норм. Так, пока что постоим здесь, пока зона до меня не дошла. Джоуи вроде тут особо не палится. Ну, чуть-чуть палится. Чуть-чуть совсем уж. Так, ну что у нас тут? Бычок пришел. Я не успею. Я просто кнопку ухиляться нажимал, не успел. Там ё-мо, зачем я кинул гранату? Надо было сразу убегать. Ошибся. Сейчас ошибся очень сильно. Две... Ну, получается, хилка у меня была. Я мог выжить. Ну, бывает. Пятое место занял. Конечно, это не очень хорошо. Надо было занимать второе. Или первое. Ну, что есть, то есть. Ладно, погнали дальше. Сразу следующую карточку. Может, нам попадется крыса все-таки. Хочется посмотреть, как против нее играть, как она играется. Так, чекаем. Да, попалась крыса. Давайте сразу к ней пойдем. Посмотрим на нового персонажа. Давай, я думаю... Да, давайте, я думаю, здесь будет самое то. И все идут смотреть, все идут смотреть. Так, и ну где крыска? Где наша крыска? Видели только что? Там был этот персонаж, получается, с... А где крыса, я не пойму. Я только что ее видел. Прикалывайте, у меня, походу, крыса, ребята, этот, ушла. Ну, из карты. То есть она была, и бах, ее уже нет. Обидненько. Ну, сойдет. В общем, что у меня сейчас большая проблема, то что нет ни дропа, ничего нету. Везде противники 11 уровня, там, 12, 10, короче, везде была такая попка. Никс там с фул дропом, и я без ничего. У меня просто одно копье золотое. Одно золотое копье. Ё-моё, как тут играть? Ой. Даже каменного дропа нет, маника. 15, да, 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 почему нет? Почему нет, да? Просто все меня закидывают и уничтожают. Ну, короче. Вы, блин, все это видите. Просто нереально. Это просто нереально. О, гранатку взял нормально. Блин, у меня, сколько у меня хп? Надо хотя бы немножко, хотя бы в ноль выйти надо, ребят. Потому что если сейчас умру, это будет самая большая проблема. Надо выйти в ноль. С этим, тем, что творится, то, что я бегаю, там 15 уровней, это капец. Просто нереально. С ними играть. Да даже с десятыми нереально играть, тут 15 бегают. Ой, конечно, круто. Так, сейчас ждем, ждем, ждем. И все, попрыгали. Так, ну вроде они меня пока тут не достают сильно. Надо валить. Будем сейчас убегать. Я наконец-то нашел дробовик. Не прошло и пол игры. Я тут вроде бы за счет перемещения с копьем могу вот так вот дико перемещаться. Просто бегу весь бой, понимаете? Весь бой бегу, ребят. Потому что что? Потому что я кенгуру. Потому что я кенгуру, у меня ничего нету. Я сейчас умру. Но минус 4 хотя бы. Хотя бы минус 4. Не минус 7, да? Не, ну я еще как бы живу, да. Не будем заранее загадывать. Пока что можно помансить здесь. Бежим, 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 бежим. Я почти выжил. Я мог прыгнуть в этот момент и избежать атаки, но блин. Я, наверное, два круга вокруг карты сделал. Блин. Давайте глянем, сколько я очков получил. Я вроде 6-й был, да? Да плюс 2 получил. Вот это напрыгался с минус 7 на плюс 2. Нормально, нормально, всегда так было. Может сейчас, кстати, на крысу попадем, а то как-то скучно было. Я в прошлый раз специально пошел, чтобы посмотреть на крыску, и чё? В итоге не посмотрел. Обидненько было. Вот она, крыска, давайте погнали за крыской. Быстро, быстро, быстро. Все сюда, все сюда. Смотрите, все идут смотреть, все идут смотреть. Блин, крыса исчезла, появился этот. Да ну нафиг, вот это нечестно. Реально нечестно.
Сейчас лучше дробовик взять, потому что... Ты меня ботнил, да? Понимаю, понимаю. Ботик, я тебя понимаю. Хорошо кидаешь. Хорошо. Копье мое еще... О, блин, надо аптечку забрать. И красиво убежать. Задание выполнено. Аптечка поднята, дроп взят. Красиво убегаем. О, еще какой-то дропик. Там, не смотрю, бот стоит. Даже не один, а два. Красиво. Красиво, да? Че за дичь? Че за дичь, ребят? Как я его убил? Я даже не понимаю этого. Я просто пришел, кинул в него гранатки, там чуть-чуть пострелял, он взял и умер. Вопросики. Блин, а у меня-то сейчас офигительный дроп. Кстати, гляньте на глазище. О, посмотрите, там жираф 13 уровня стреляет. Он меня может уничтожить с одного выстрела. А я тут прыгаю себе на пофиг. А ну, может так кинуть? Не, уже убили. Вот так вот красиво убегаем. Блин, я сказал убегаем, а не... Да ну что, ну... О, ну ё-моё, я был две птички. Да ну где ты? Ты просто 14-15 уровня. Да какого фига? Да какого? Да какого? Блин. Ой, как же сложно записывать видосик, когда против тебя такие вот ребята попадаются. Но не хватает в этом поисковике, просто сейчас не хватает нормальных персонажей твоего уровня, понимаете? Вот как это вообще возможно? Почему здесь персонажи только выше меня уровнем? В чем логика? Хамелеон? Понятно. Понимаю. Понимаю. Просто понимаю, ребят. Красиво. Чё? А чё в меня-то? Чё в меня-то? Ой. Так, надо собраться. Конечно, круто, но мы до сих пор на лиса не попали. Ой, на лиса, блин, на крысу не попали. Надо смотреть крысу. Она всегда пропадает, блин, появляется какой-то Брюс там или чё кто-то. Или вот, как сейчас, у нас просто нету времени. Кстати, вы видели, я сейчас появился, а челики уже убили кого-то. А как это возможно? То есть они раньше меня появились или что? О, крыса, ребята, крыса, чекайте. Гляньте, видите, она депает. Убиваем крысу! Я убил крысу, ребятки! Чётенько, чётенько! Смотрите, как акулёнок от меня убегает. Акулёнок? А как он вышел? Выжил вообще? Странный, странный. Странный акулёнок. Давайте заселяемся. Капкан сейчас заберет мой Джоуи, и мы пойдем дальше. Так, давайте сейчас заманим кого-то. Тут вроде был еще один кенгуру. Погнали, посмотрим. Кстати, вы видите, тут панда, походу, была еще. Она скушала. Так, нам надо найти сейчас дроп получше. Только где? Дропчик, ты где? А вот и наш дроп. Кстати, видел справа кенгуру был. Это хорошо, сейчас мы к нему придем, поговорим. Надеюсь, я смогу его победить, и надеюсь, у него там есть какой-нибудь хороший... Дропчик. Надеюсь, это будет, конечно, граната. А чё, он убежал не сюда? Ё-моё, так куда же он убежал? Кенгуру, ты где? Мне чё, бегать за тобой? Ну даёт, ну даёт. Так, а чё у нас по зоне? По зоне идёт налево, ну окей. Давайте да тут посидим пока. Они сами к нам придут. Кенгуру должен сверху прийти, по идее. Пока что так это все поделаем. Все, Никса я убил, кстати. Если чё. Немножко я сейчас нас получал. Немножко сейчас отойдем сюда. Захиляемся, заберем дроп.
Лол, да... Короче, чтобы вы понимали. Я нажимал аптечку в воде, и в этот момент Никс стрельнул к автоатакой. Ой, ну это жесть, антиниз с легендарной гранатой и с тройными. Ох, это просто жесть. Даже Лев 13 уровня ничего не может сделать, понимаете? Настолько жестко это все, вот эта связка. Никс, третьи гранаты, ну, Никс с легендарной гранатой, напалмом. Ну, вот это просто топовый сетап для Никса, кроме вот шприца, он не так полезен. И еще напалм, это просто, блин, такое жесть по выносу урона, особенно в конце боя. Ты, он просто кидает гранату, и все поле в этих гранатах, и ты ничего не можешь сделать. Ты просто теряешь хпшку и все остальное. Блин, ну блин, вообще жестко получилось. Но, в принципе, такие сегодня кадочки получились, ребят. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.